Доброе утро. Такой у нас сегодня хороший день. Тепло. 26 градусов сегодня по градуснику. Вот сегодня мы будем ехать на нашей большой машине. Это Citroen C4 Grand Picasso. У нас есть еще маленькая. Это Renault Megane. Но так как мы едем сегодня всей семьей, решили поехать на большой. Скажи, пожалуйста, я как-то каким-то образом сделала себе... В прошлый раз эту карту вела, суперсалис. В этот раз не вела. Я каким-то тыкала, и она у меня велась. Почему я сейчас не велась? Не знаю, надо проверить. Проверить надо. Это торговый центр, он находится совместно с Cinema City. Тут очень много разных магазинов всевозможных. Первым делом идем в Автодипа и Эйс. Клейтик уже. Да, это он. Это мне чай из Кутяна. Взяли блендер компании Медеа. Будем теперь пить смузи. Потом фумером заливаешь. Проблема со стеклом. Один человек не может его поднять. Это стекло или пластмасс? Нет, как он натягивается. На балкон такую поставить и можно его усаживать. Спокойно, небольшой как раз нормально. А баллоны же они тогда говорили где-то заказывать. Заедем в центр, посмотрим. Ну давай, я хочу показать. Вот. Специальная тарелка для Пейсаха. Смотрите, какой ежик здесь. Поселился. Начни делать.
Чемпион, почему? Я знаю, пойдем сейчас на этот фарм. Вон Лемитаэль. Только Лемитаэль закрытый. Почему? Какой зеленый город это? Ришон-Лецион. Сколько машин сдурять можно? Выходной день. Там частные дома идут. Там стадион. Решили приобрести один из пылесосов Dyson. Сейчас выбираем, какой именно хотим взять. В принципе, в квартире у нас не грязно, поэтому я считаю, что самый мощный брать не стоит. Сейчас будем узнавать, что и как с этими пылесосами. По скидке он стоил 1881, сейчас 1341 шекель. Это V7 Motorhead. $100. По скидке он был 2241 шекель. И плюс все возможные скидки были к Пейсаху, и также у нас была скидочная карта, и нам пылесос вышел со всеми скидками, он вышел 1600 шекелей, это примерно $450 для стоимости. Итак, переместился в более тихое и спокойное место, и что, начнем распаковывать. И посмотрим, как он выглядит, этот пылесос от компании Dyson. Делаем все аккуратно, чтобы не повредить товар. Хоть я его купил за свои деньги, но все равно было бы неприятно его повредить или поцарапать. Так. Давно хотел себе такой пылесос. Еще с того момента, как посмотрел обзор на данный пылесос от канала Зверье, когда Илья снимал данный пылесос, которому прислали на обзор, я что-то тоже очень сильно загорелся данным пылесосом и хотел его купить. Ну и вот наконец я приобрел его.
увидел его в магазине. Решил, почему бы не взять его. Довольно-таки действительно удобная вещь. Никаких тебе проводов, ничего не надо. Для того, чтобы пропылесосить квартиру. Удобно. Только пылесос и все. У тебя в руке, без проводов. Каких-либо. Так, здесь еще не открыл. Так. Это что у нас тут? Ух ты! Такой конвертик. Интересно, что в этом конверте находится. Наверное, гарантийный талон. На Dyson. Сейчас посмотрим, что есть. Итак, да, действительно, есть вот такой вот гарантийный талон на Dyson. И вот такая вот брошюрка, инструкция к самому пылесосу. Кстати, да, в нем есть три режима. Минимальный, максимальный, то есть минимальный, средний и максимальный режимы. Чтобы режимы всасывания воздуха. Вот. Минимум, средний и максимум. Даже вот есть на русском языке руководство по эксплуатации, Operating Manual и Rotafola на иврите. Сборка. Показано, как его собирать. Приятно, что в инструкции есть также на русском языке. Вот как это выглядит все. По-моему, достаточно прикольно, достаточно качественно все на высшем уровне. Итак, отложим это все в сторону. Перейдем к пылесосу. Итак. Открываем его. Итак, какого же он цвета у меня все-таки? Какого же он цвета у меня все-таки в жизни? Да, есть. Крутой цвет, такой как и на картинке. Сиреневый. Супер. Так. Все супер. Такая вот телескопическая труба. Сиреневого цвета, написано Dyson. Написано Dyson Cyclone V10 Animal. Супер. Что у нас дальше? Дальше у нас всякие насадочки идут. Так, как он открывается здесь, как достается? Непонятно. Ага. Вот. Так, все упаковано на высшем уровне. Все супер, круто. Мне нравится. Кстати, да, сегодня я хотел назвать свое видео «Поездка за швейцарским ножом», но, как видите, швейцарский нож я не купил, а купил пылесос Dyson, который я хотел, ну и много всего по мелочи. Так, красиво открыть не получилось, порвалось. Вот такая вот насадочка прикольного
цвета серебристого плюс красная кнопка, как на самой трубке телескопической, где она была. Вот. Тоже кнопка красного цвета. Пойдем дальше. Так. Вот это. Вещь. Так, как она открывается здесь? Вот. Что здесь вытаскивается? Кто-то мне сообщение отправляет. Потом проверим. Опа. Открывается. Вот такая вот насадка, кстати. Прикольно. Первый раз вижу такую насадку. Кто знает, для чего она, поставьте комментарий. И обязательно, пожалуйста, ставьте мне лайки. Я буду очень доволен вашим лайком. И буду знать, что вы меня смотрите. Вот такая вот щеточка, которая имеет возможность выдвигаться. Прикольно. Никогда не видел раньше такую насадку в пылесосах. Дальше у нас идет вот такая вот насадочка для того, чтобы можно было бы убирать пыль по углам. Что-то не фокусируется. Так, так, ну фокусируется. Есть. Вот такая вот насадочка для уборки пыли в углах. Вот такая вот насадочка. Так, дальше. Дальше у нас идет король всех насадок. А нет, нет. Да. Нет. Еще не время. Вот такая вот насадка. Есть еще. Тоже первый раз ее вижу, но прикольно сделано. Супер. Это тоже, я так понимаю, для уборки. Уборки пола. Ну, вот. Паркета. Плитки. Ламината. А что это тут такое интересно? А. Это просто. Просто такой цвет, такой цвет пластика. И вот король всех насадок. Мне она больше всего нравится. Вот такая вот насадка, самое главное, для пылесоса. Блин, мне этот цвет однозначно нравится, такой сиреневый, необычный. Тоже эта насадка может крутиться во все стороны, в разные. В разные стороны крутиться может. Тоже. Вот такая вот, внутри вот, как она крутится во все стороны. Прикольно. И так, есть что-то еще. А, это кабель зарядки. Вот. Такой вот кабель зарядки. И вот это самая главная штука самого пылесоса. Это его сердце, это его мотор. Вот он какой. Похож на бластер. Действительно, снизу даже есть индикация, которая показывает заряд батареи. И когда ее нажимаешь, он горит как бластер. Прикольная штука. Опа. Вот, даже звук, такое звучание мотора. Итак, что у нас
что из себя представляет данная штука. Есть сам, сам контейнер для сбора мусора. Есть один фильтр, вот он здесь находится. И есть еще один фильтр, вот этот это фильтр, который убивает полностью все микробы, и через него выходит уже наружу чистый воздух без всяких микробов и так далее. А все, что вся гадость, которая не очистилась в первом фильтре, она остается здесь, во втором фильтре. Так, что у нас есть? Есть кнопка включения, есть индикатор заряда батареи. Этой вот этой вот частью сам пылесос крепится к базе, и вот через вот такое вот отверстие пылесос заряжается. То есть вот эта часть провода, сама зарядка крепится к базе, и когда вставляешь пылесос на подзарядку, когда его вставляешь на подзарядку, он попадает как раз вот сюда вот, и пылесос начинает заряжаться, и индикатор мигает. Полного заряда данного пылесоса хватает на 40 минут уборки. От нуля до полного заряда батареи данный пылесос занимает 5 часов. Как проходит очистка контейнера? Есть такой рычажок, на него нажимаешь, слышится щелчок, и контейнер открывается. Вот он открывается, и да, он открывается не до самого конца, то есть вытащить его невозможно. А мусор вытрушивается через вот это вот отверстие в этом агрегате. Не знаю, как он называется на русском. Опа, закрыл, и все. Защелкнул, и все, можно продолжать дальше пылесосить. Вот так он выглядит. Итак, сейчас я соберу его полностью и покажу, как он выглядит в собранном состоянии. Вот, кстати, о чем я говорил, есть три уровня всасывания, то есть минимальный, средний и максимальный. И, кстати, да, здесь используется мотор V8, что дает более сильное всасывание пыли. Это фильтр. А вот как он тут указано, как он прочищается. Первое, вытащил его с базы, с этой, налил в него воду, я так понимаю, это горячая вода, и даешь 24 часа ему промыться. Потом вставляешь и продолжаешь пылесосить. Итак, сейчас я соберу и посмотрим, как он выглядит в собранном состоянии. Итак, я собрал пылесос. Вот как он выглядит в собранном состоянии. Вот. Так, попробую что-нибудь убрать этим пылесосом.
Все, хватит. Итак, я пропылесосил, вы сами видели, попробовал всего лишь 2 минуты поводить туда-сюда пылесосом. И смотрите, что он уже успел собрать. Вот сколько пылюки он успел собрать. Буквально за 2 минуты. Если учесть то, что я буквально день назад, то есть вчера, пылесосил. И все же он умудрился найти что-то на ковре. И как можно заметить, это очень много пыли он нашел. Это да. Еще сейчас я хочу повесить его на стену. И в моем инстаграме вы сможете увидеть, как он выглядит непосредственно к прикрепленной к станции. Да, хотел я показать саму станцию, как она выглядит сейчас, одну минутку. Вот эта станция, ничего особенного, просто пластиковая коробочка, которая подключает, присоединяет, через которую проводится, точнее, кабель зарада пылесоса, и все, она вешается на стену рядом с розеткой, чтобы можно было подключить кабель, и все. Так, давайте посмотрим, что мне дали в подарок. Какие насадки. Напомню, это насадки для того, чтобы можно было пылесосить в машине. Итак, вот такой вот набор насадок мне дали в подарок. Давайте его тоже откроем и посмотрим, что это за насадки. Так, где он здесь открывается? Кстати, скорее всего, можно их даже без ножа открыть. Да, можно их открыть без ножа, эти насадки, и не париться по этому поводу. Сейчас все-таки нет, потребуется мне нож для открытия. Вот такой вот набор из 4 насадок для уборки в машине. Так, что за насадка у нас тут есть? Давайте откроем и посмотрим. Так, вот они. Это прикольно, прикольно, такая гнущаяся трубка. Крутец, крутец. Вот такая вот трубка. Потом вот такая вот щеточка. Вот такая вот щеточка. Далее. Далее вот такая вот насадка, это тоже трубка для того, чтобы можно было удлинить сам пылесос.
И еще одна щеточка. Сейчас, вот. Такая маленькая щеточка для, я так понимаю, сбора пыли на торпеде. Вот. Спасибо, что досмотрели данную распаковку, данный обзор пылесоса Dyson Cyclone. Ставьте лайки. И всем пока и удачи!